Здравствуйте! Вас приветствует на своем канале консультант сибирского здоровья Саитова Елена. И сегодня я хочу вас познакомить с двумя продуктами, которые отвечают за комплексное очищение нашего организма. Мы все регулярно убираемся, делаем уборку у себя дома, придомовой территории, генеральную уборку, но очень часто забываем о том, что необходимо проводить уборку своего организма. И в линейке наших продуктов есть несколько продуктов, отвечающих за комплексное очищение организма. И сегодня мы с вами поговорим об этих продуктах. Это истоки чистоты, легендарный продукт с 30-летним опытом разработок российскими учеными, и его усовершенствованная, скажем так, серия Ренессанс Триплисет. Это очищающее, комплексное очищающее средство премиум класса. Истоки чистоты рассчитаны на прием на месяц. Ренессанс Триплисет рассчитан на 15 дней. В чем же разница вот этих двух истоков чистоты? Состав 100% натуральный. И здесь, и здесь. В истоках чистоты капсулы состоят из порошка растений, а в Ренессанс Триплисет капсулы состоят из экстракта стандартизированных растений и еще дополнены более широким спектром антиоксидантов. И тот, и другой продукт состоят из трех формул. Первая формула – это межклеточное очищение. Вторая формула – это внутриклеточное очищение. И третья формула – это антиоксидантная защита наших клеток. В наборе Ренессанс Триплисет все три формулы уже скомпонованы вот в такие упаковочки. То есть ты просто берешь утром и вечером соответствующий пакетик и кушаешь его вместе с едой. В истоках чистоты три формулы, каждая формула помещена вот в такой баночке. И сам уже составляешь утреннюю формулу и вечернюю. Значит, утренняя — это вот первая формула и третья. И вечерняя — это вторая и третья. Берешь две капсулы из желтенькой баночки утром и одну из зеленой. А вечером берешь две из синей и одну из зеленой. Вот когда я первый раз принимала этот продукт, я начинала вот с истоков чистоты вот этой формулы, а не с Ренессанс Триплисет. Когда я открыла баночку, я была просто ошеломлена ароматом, который исходит из нее. Вот как будто оказываешься на лугу среди цветущих трав и диких цветов. Аромат потрясающий. Вот в этой формуле, да, такого аромата не ощущается, потому что как бы три капсулы запакованы вот в такие пакетики, поэтому такого аромата, конечно же, нет. Он присутствует, но незначительный. Вот. Как вот в этой. И меня это прямо очень, ну, как бы поразило, и всякие сомнения о том, что это не натуральные продукты, были сразу же у меня отпали. И сегодня я хочу с вами поделиться теми результатами,
которые я получила от применения этих продуктов. Я их практически принимаю на постоянной основе. То есть я, например, пропиваю истоки чистоты, потом делаю перерыв, где-то, может, неделю, там, полторы, потом покупаю Renaissance 3 Preset. И тоже, точно так же его пропиваю, опять делаю перерыв и снова покупаю истоки чистоты. И результаты были просто замечательные. Ну, во-первых, происходит укрепление иммунитета. То есть, если раньше я болела простудными заболеваниями несколько раз в год, то теперь практически ОРВИ обходит меня стороной. Улучшились мои волосы, цвет кожи, состояние кожи улучшилось. Улучшилось состояние суставов и состав крови. Уменьшились отеки. Улучшается пищеварение. И происходит, можно сказать, ускорение обмена веществ. И благодаря вот этим продуктам, то есть принимая их, можно без изнурительных диет и каких-то дополнительных физических упражнений снизить свой вес от 3 до 4 килограммов. То есть практически не прилагая каких-то дополнительных усилий. Улучшилась память и повысилась моя работоспособность. То есть с моим активным, скажем так, жизненным темпом это был очень значительный, скажем так, плюс. Также от приема истоков чистоты или Renaissance 3 Preset можно снизить аллергические реакции. То есть те люди, которые страдают от аллергии, а сейчас как раз время весеннее, то есть это фактически люди попадают в зону риска от аллергии, да, и принимая вот один из этих продуктов, может снизить аллергическую реакцию. То есть вот такие хорошие результаты дает применение вот этих продуктов. Я желаю вам оставаться красивыми и здоровыми. И подписывайтесь на мой канал. И до следующих встреч!